Здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега. Мы продолжаем играть в Imperium Galactic Survival. Тут вот я что-то понастроил, случайно у меня тут то ли мышка заела, то ли как-то здесь постройка не очень пошла. Ну, в общем, понастроил я сначала, потом подумал, надо разобрать. Ну, думаю, ладно, пес не пускай. Ночь прошла, за ночь я тут слиточки перекрафчивал. Ну, в общем, сидел всякой фигней занимался. И нам по большому счету. Это что такое? Один слиток какой-то странной в кучке. Делаем, соответственно, вот эти блоки и продолжаем застраивать. Сегодня по планам, как минимум, нам нужно поставить вот эти вот все. Тихо. Ага. И ночью я, соответственно, вот еще что сделал. Я вот здесь вот этот край, который был деревянный, я его, соответственно, посносил. И заменил, опять же, вот на эти усиленные блоки. Поэтому... Тихо. Тихо. Эть. Нормально? Нет, не нормально. Ну да ладно. Справимся, я думаю. Вот так, вот так, вот так. И вот здесь самое главное нам попасть. Вот так. Хорошо. И... Вот так, вот так, вот так. Вот, такие будут у меня окна здесь. В стиле ноу-хау. Вот, нормально. И, соответственно, вот на эти выступы я хочу переместить вот эти вот лампочки все наши. Вот так. Оп. Вот прям как Ямакаси. Нормально уже так справляемся. Вот. Хорошо. Полетели. Полетели, прилетели. Так, надо еще вот здесь. Вот сюда куда-нибудь. Хорошо. Как-то вот так. Вот так. Все, блоки закончились, да? Блоки прям как-то быстро заканчиваются. Очень быстро. И, соответственно, стали нам нужно будет очень много. Вот так. Шо? Да не сюда. Хорошо, хоть ресурсы возвращаются. Это вот не может не радовать, когда вот так вот понастроишь что-нибудь, каких-нибудь ошибок наделаешь в строительстве. И, соответственно... Приятно это дело все исправить. Так, вот здесь. Оп. Красота. Красота. Здесь хорошо, здесь хорошо. Можно даже вот так сделать, наверное. Что-то я подумал. Вот так вот. Это будет сейчас план такой хитрый. Вот так. Вот так. Один блок остался, блин. Еще надо три блока. Нормально. Забираем. Вот так, вот так. И вот так. Вот. Красота. Оп. Отлично. Вот это мы дело. Раз. Сбиваем. Раз. Раз. Классно. Тихо, куда я долблю? Я долбил в блок, да? Да, я в блок тыкал. Нормально, починили сразу. Ну, вроде бы целился. Два удара, и лампочка слетает. Вот так, нормально. Хорошо. От лампочек вот эти все и от блоков ресурсы загружаем. И, соответственно, лампочки. Лампочки. У нас 4 есть. Давайте сразу их установим. Тихо. Вот так. Вот так. Здесь поверните мне, пожалуйста. Вот так. Вот так. О, как ярко-то будет. Будет, мне кажется, слишком ярко, да?
Вот этих, мне кажется, вполне достаточно будет. Ладно, в запас пойдут. Вот сюда. Солнышко так светит. Красота. Красота. Так, готово. Теперь нам нужно 4, 8, 9 на 4, 36 окон. 36 окон, да? 36 окон. Вот здесь вот, кстати, я лифт сделал еще. Лифт можно будет поставить, например, куда-нибудь. Вот сюда, да? И наверх. Ну, как вариант. Как вариант. Можно вот здесь поставить его. Давайте вот здесь поставим все-таки. О, норм. По-моему, даже еще одну можно. Еще одну. Где у нас элеватор? Так, это хорошо. Элеватор есть. Теперь окна, блоки. Чего еще мне надо было такого эдакого? Давайте посмотрим на крышу. Мы теперь как поднимаемся, нормально? Работает это все? Конструкция? Да, прекрасно. Тихо, только не упасть, самое главное. Вот здесь мы ставим. Ну и, собственно, здесь будет крыша. Здесь будет крыша. Поехали. Классно, можно было даже лестницу сделать, но... Лестница, конечно, гламурнее смотрится, но вот эта штука будет нам классно место экономить. Так, крыша. На крышу явно нам блоков что-то маловато будет. И давайте, наверное, так вот. Конкреты, Hardened. Еще штучек 50, наверное. Да даже 100. Так, есть. Блоки пошли. Здесь мы делаем, наверное... А, кстати, можно даже вот так сделать. Для визуального увеличения объема, да? Мы вот так сделаем. Вот так. Окантовку, кстати, можно сделать просто из... Вот так вот из блоков. Вот так вот. А, нет. Стоять. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Красота. Сейчас такая у нас крепость получится. Великолепно. Так, и вот здесь мы делаем как-то вот так, наверное, да? Это дело как-то меняется. Нет? Да, вот так вот, пожалуй. Оп. Оп. Угу. Блоков нет. Приходится постоянно вот это вот возвращаться. Меня это прям напрягает. Что у нас тут еще 22 блока. Прям строим быстрее, чем производится у нас. Надо, по идее, дождаться так-то, по-хорошему. Оп. И... Так, здесь мы уже умеем, да? Практически. Вот так вот. Оп. Оп. И еще 9 осталось. 4. Вот. Уже потихонечку. Потихонечку мы это дело закрываем. Ну, классно. По-моему, классно. Высота, конечно, такая прям бодрая получилась. Можно, кстати, было на одну клетку меньше сделать, да? На одну клетку меньше надо было сделать. Потому что я что-то не подумал, что можно вот так сделать. Такими плитками, перекрытием. Или окна поширше. Хотя мне такое пространство-то, оно куда вообще?
Я даже прям не знаю. Еще где-то двери были. Где-то еще были двери. Window блок. Давайте, наверное, 10. 20. Так, пожевать надо что-нибудь. Где у нас колбаска? Колбаска. И надо будет идти копать опять. Надо будет идти копать. А копать вообще не камильфо без вот этого, как он правильно называется, дриль Т2. В общем, без вот этого бура. Это будет на 7 уровне только. У нас сейчас с вами 5, ну почти 6. То есть надо идти кого-нибудь убивать, на кого-нибудь охотиться и вообще развлекаться тем, что мы будем, соответственно, делать вот эти всякие штуки, да? Ладно, блоки пускай строятся. Нам крышу надо перекрывать в любом случае. Нам необходимо установить турель и аммобокс и добавить производство пищи и кислорода. Давайте займемся. Турель и аммобокс. Кеннон. Турель. Да, давайте заказываем. И стреляет она 30-миллиметровыми патронами, да? И аммобокс нужен еще. Где он? Small аммобокс. Больших у нас пока что не предвидится. Дальше нам нужно что еще сделать? Производство пищи и кислорода. Вот это, наверное, фуд-процессор нам нужен, да? Его. Да, кстати, смотрите, мы можем сделать вот... Клоновый чембер создает точку спавна. То есть, если мы сдохнем, то мы сможем здесь появиться, да? Даже не мы, а наш клон. Поэтому постараемся не дохнуть. Так, дальше что у нас есть? Вот такая штука у нас в воде уже стоит. Водный генератор. Вот такой штуки у нас нету. Надо ее тоже заказать. Вот такой штуки нету. И вот такой штуки тоже нету. Аммобокс мы заказали. Каргобокс. Кстати, тоже надо вот такую штучку сделать. Можно вообще второй конструктор поставить рядышком, да, и пускай он там что-нибудь, какие-нибудь блоки крафтит. Но это все от лукавого, мне кажется. По-хорошему и так можно успеть. Давайте вот так заберем. Пока он, соответственно, здесь занят производством, мы себе здесь перекрытие сделаем. Крышу. Крышу надо. Вот так вот. Вот так вот. Опа. Красота, мне кажется. Нормально. Вообще нормально. Вообще пойдет, да? Все. Готово. Даже блоки остались. Ну, высота такая. Бодрая получилась. Так, блоки есть. Но они в любом случае лишними не будут, да? И у нас где-то должны быть... Так, лампочки. Я же, по-моему, заказывал стекла, нет? Или не заказывал? Для производства турели, смотрите, он сам тут мотор сделал там. Ну, в общем, все, что надо. Красота. Так, 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 так. Мне бы еще бы какую-нибудь дверь, например. База. А на базе у нас, в принципе, уже все открыто. Лифты, большой генератор, медицинская станция. Ну, на 10 уровне у нас вся база будет открыта, да? Турельки новые, холодильник новый. Ага, и на 12-м вот этот улучшенный конструктор какой-то будет. Вот, automatic door. Автоматическая дверь. Но я ее почему-то... А, вот она, кстати. Вот она.
Но она в самом конце будет готова, да? И вот она, турелька, производится. Сейчас посмотрим на ее размеры. Мне кажется, должна быть здоровая хренобора такая. И мы ее, соответственно, туда куда-нибудь на крышу воткнем. Так, хорошо. И теперь нам нужно пока что добавить, например, грядки, да? Грядки я уже типа умный. Раз. Два. И либо сюда отступать, да? Нет, давайте вот так сделаем. Вот. Вот так будет, да? И можно, кстати, еще даже грядок сделать. Не туда и не сюда. Не хотелось бы мне, конечно, вплотную здесь сделать, но придется, похоже. Ну и здесь вот так тогда сделаем, да? Так, деревянные планки. Возвращаем на место. Деревянные блоки. Посмотрим, у нас нужно раз, два, три. Оп, и здесь три. Ну, в принципе, как раз, да? Так, теперь. Вот у нас всего лишь две грядки есть. Пока что всего лишь две грядочки. Раз, два. Сейчас еще сделаем. Посмотрим, что там нужно. Так, турель. Турель. Вот она, турель. Ну-ка. Хо-хо-хо, нифига себе. Нифига себе. Сказал я сам себе. Ну, в принципе, на стену даже можно прилепить, да? Сбоку. Прикольно. По диагонали, например, две поставить. Или одной пока хватит. Мне кажется, одной пока хватит. Поехали. Так. И, соответственно, куда-нибудь ее. Где у нас центр? Так. Как-то надо по клеткам, что ли, посчитать, чтобы не промахнуться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать. Вот это, по идее, центр должен быть, да? Вот так вот. Во! Вот это я понимаю. Вот это агрегат. Нормально. Как-нибудь здесь можно выскочить? Хорошо. Так, чего мы тут напроизводили? Кучу всякой гадости. Генераторы. Смола-мобокс. И патронов надо, кстати, да? Для турели. Для турели нужны вот такие вот 30-миллиметровые патроны. Их на выходе получается 25 штук. Магнезитиум паудера. У нас вот этого порошка мало прям вообще. А делается он из чего, интересно? Из магнезитовой руды. Да, у нас тут две залежи есть. Поэтому, как вариант, придется туда шагать. Внимание, дроны атакуют. Какие дроны, ребята? У меня патроны еще не готовы. Подождите. Подождите. Подождите, патроны 30-миллиметровые. Так, это что будет? 250 патронов? Динч-динч. О2 Station у нас построился. Ну, пошли тогда сами, что ли. Мы сами с усами, да? Пошли защищать свою территорию. Где эти мерзавцы? А, кстати, у нас же сейчас есть вот такая вот классная штука, да? И можно сходить, например, вот там разобрать. И получить кучу металла. Ну, как вариант. Там еще, по-моему, какие-то компьютеры стояли.
Ящики стояли какие-то. Так, добавить турель и аммобокс. Small аммобокс. Ну и чё, где дроны-то? Не вижу никого. Ладно, у нас радар есть, мне кажется, он должен показать нам, что кто-то приехал в гости. Так, есть. Small ammo box. О, кстати, патроны делаются, да? 50 патронов. Так, ammo box. Ну, давайте его, например, да вот сюда прям поставим. Отлично. Добавить патроны. Что там, перезаряжаешься, нет? Заряжаешься. 30-миллиметровые патроны. Добавили. Теперь вот здесь будет у нас производство хавки всякой. И мы его поставим, например, вот сюда. Отлично. Посадите гроувинг плод. Блин, а я их уже воткнул. Грядки. Что здесь у нас вообще? Ох, сколько всякой хавки. Давайте семена сразу сюда. Местечко освободим. О2 Station. Кстати, станция с кислородом. О2 Station. Ну, пускай пока здесь стоит, да? И бак под кислород нужен. Генератор под воду. Это надо в воду его воткнуть. Куда-нибудь. Рядышком вот с этой штукой. Вот так вот, да? Ага, и в него на эти энергетические... Энергетические батончики в него нужны. Так, открываем. Двери тоже произвелись. Small O2 вот этот. В него, наверное, баки нужны вот эти. Ну-ка. Кислородные баки, да? Ну, как вариант. Ну, почему бы и нет? Пускай вот здесь вот прям рядышком стоит. У вас полное, говорит. Тогда пожрем. Здесь энергия заканчивается, да? Так, вот эти штуки где-то были. Дальше. Еще, наверное. О, так у нас так 200 патронов здесь. Вот, нормально. Теперь 250. 1025. Круто. Потихонечку-то обживаемся, да, ребята? Вот, кстати, автоматическая дверь. Ну-ка. Вот так, наверное, да? Оп. Отлично. Классно. Мне нравится. Ну и, соответственно, внешнее освещение тоже нам нужно. Вот так сделаем. Вот так сделаем. Мини-гандроны летят все-таки, заразы. Вот так сделаем. Куда я там воткнул? Эх, О, турель заряжается, слышали? Чик-чик такая. Тра-та-та, тра-та-та. В кого стреляем? Вот так вот. 300 очков опыта. Это не я, это турель сбила. Круто. Пошли посмотрим. Вот достаточно лихо на их, да? Нам осталось там буквально один патрон заколотить, и он сдох. Один под водой там дымится. Патроны для пистолет. О, реактор, коры, капаситор, моторы. Какая красота. Какая красота, ребята. Эти дроны вообще прям сладенькие. Так, что на погружение? Пошли посмотрим.
Что у нас, соответственно, тут плавает. Так. И тут тоже всяких ништяков. Пойдет, берем. Берем. И на радаре, кстати, у нас две базы показывает. Смотрите. Две базы. Прикиньте. Это из-за того, что у нас в тот раз один этот блок куда-то там улетел в небеса, да? Так, вот мы кислорода немножечко потратили. Ну-ка. Оп. Ну вот этот бак для под кислород что-то откровенно маленький. Всего лишь две. Ой, какая красота. Какая красота. Не придется мучиться тогда мне с этими со всякими баллонами. Это великолепно. Так, еще патроны у нас произвелись. 430 патронов. Хватит пока что на ближайшее время. Всяких ништяков вот я приволок. С дронов-то. Красота. Ага, топливо я еще хотел загрузить вот в эту штуку, которая... Которая вот эта штука. Которая должна производить воду. Вот так. Вот так. Но это пока сюда засунем. Ну, кислород мне пока что он как-то не принципиально, без необходимости. Так, есть. Теперь, что мне нужно? С грядками я хотел разобраться. С грядками. Грядки у нас. Файбер. Metal plate. Нутриент. Rock dust. Очищенная вода. Так. Вода у нас будет. Rock dust. Блин, так все сложно. Так всего много, да? Rock dust. А я его весь перекрафтил. Вот у нас чуть-чуть есть. Metal плейтов чуть-чуть есть. Еда, файбер. Синие кристаллы. Не знаю, зачем они мне. Зубы животных. Магнезитиум паудер. Вот этого вообще не осталось. Так, что тебе еще надо? Очищенная вода нужна теперь, да? Очищенная вода. Она там когда делается? Когда делается? Ну, нормально. Сейчас буквально 12 секунд и будет норм. Дроны что-то не исчезают, да? Как долго они, интересно, будут лежать? Миниган дронес. Один. И... Бутылка. Water jug, кстати. Кстати, а мне нужна очищенная вода, наверное. Так, загружаем и смотрим. Очищенная вода. Вода. Где вода? Не вижу воду. Кислороды, биотопливо. Капец. А, вот вода. На выходе 50. О, класс. 59 воды. У нас, кстати, было 9. Так, добавляем воду. Делаем вот эту штуку. И потом делаем грядку. Этих сколько делается? Одна, что ли? Жаль. Ну, надо идти копать. У нас будет опять этот камни. Из камней сделаем вот этот даст. Порошок вот этот, да? И, соответственно... Ну-ка. Есть. Так, задание выполнено. Посадите семена. Добавьте освещение. Вот с освещением как-то...
тоже все непросто. С освещением тоже все непросто. Соответственно, нам нужно сделать вот здесь. Так. Раз, два, три. Раз, два, три, да? Пошли. Раз, два, три. И грядка. Грядка где-то вот здесь. А, стоять. Дырочка где там? А я, блин. Поехали. Вот так вот. Это будет хитрый план такой у меня. Ну, нужно же что-то такое эдакое сделать, да? Мне кажется, просто слишком высоко это все. Как-нибудь. Да пойдет, да? По-моему, норм. Так. И вот эту штуку надо нам добавить. Такой бред. Ну ничего, нормально, это. О! Все, светит. Хорошо. Добавили свет. И теперь надо посадить нам чего-нибудь. А давайте помидор посадим, господи. Раз, два, три. Нормально, посадили. И собрать урожай. Собрать урожай. Так, помидорки сюда. Время роста 30 минут. Не. Жесткая тема. Время роста 30 минут. Так, ну я предлагаю сделать еще один фонарь такой же. Нам нужен еще один такой же фонарь. Где он? Фонарь. Вот такой вот, да? Это будет... Что-то у нас здесь тут с ресурсами, вообще какие-то проблемы тут. Все в растопыр, непонятно вообще, что происходит. Ну, самое главное, лишь бы работало. Так, с фонарем пока повременим. Нам нужно сделать... Прям в углу стоит, да? Прям в углу стоит. Пошли. Поехали. Поехали. Стоит прям в углу. Так, угол. Как там? Все норм? По-моему, норм. Есть. Вперед. Ну вот это, конечно, я тут понастроил. Понастроил. Так. Вот так. Вот так. Вот так. И теперь лампочку Ильича надо вкрутить. Во! Все. Это что такое? А здесь? Ну, здесь такие же штуки есть. Да нормально. Пускай. Потом, может быть, перекрасим в какой-нибудь другой цвет, да? Но, тем не менее, у нас будет здесь две грядки. 3 на 3. Ну, в общем, 18 клеток. Это, в принципе, неплохо, да? Так, вот эти фонарики можно потратить. Вот эти блоки тоже можно куда-нибудь будет выложить. Заряды у меня. Копалки к нашей есть. Это великолепно. И поэтому можно идти и копать. Вот здесь я не закончил. Так. Кто там? Ой, пошла вон. Пошла вон. Патроны, перезарядка. Готов.
турель в упор не стреляет. Черт побери. Поэтому было бы неплохо как-нибудь, может быть, ее даже пониже где-нибудь разместить, как вариант, да? Вот так. И последний оставшийся фонарик у меня. Вот так. Ну, пускай наружнее освещение, оно как бы тоже нужно. Вот, у нас база теперь будет подсвечиваться. И ночью можно будет на улице чего-нибудь делать интересное, да? Нам еще несколько фонариков надо. Турель там кого-то фигачит. Так, вот это найденное говно выкидываем сюда. Вот это от разбитых фонариков сюда. Это сюда. Да, это тоже сюда. Хотя нет. Вот здесь что у нас в генераторе происходит? По-моему, норм. Так, есть. Фонарики. Парочку поставить. И, в принципе, можно уже будет... Сейчас вот вечереет. Сейчас уже надо как-то заканчивать запись. А ночью я отправлюсь тогда на раскопки. На раскопки. И за эти самые раскопки нам будут давать уровень, да? И на этом уровне я, соответственно, на 7-м уровне я смогу открыть вот такую штуку. Дрель 2-го уровня. Бур, вернее. И, соответственно, с ним должно быть копаться. Должно с ним как-то повеселее, да? Ну, это мы дело обязательно посмотрим. Так, грядки. Грядки. Мне нужен камень, который тоже я накопаю, соответственно. Стекла. Ну, не знаю. На стекла силикон нужен вот этот. Силикон. Железо, железо. Так, что здесь? Приметим. Силикона ни одного не нашел я еще. Ну, сюда побежим. То есть вот сюда куда-нибудь я отправлюсь. И здесь, соответственно... Посмотрю, может быть, что-то здесь какие-нибудь ресурсы откроются. Силикона там, либо там кобальт. Кобальт ли у нас тут? Вот медь. Ну, в общем, вот этот прометиум какой-то нужен еще нам. В общем, нам много чего нужно, ребята, поэтому и жратва нам нужна. Ну, по дороге можно будет немножко и поохотиться, да? Так что такие дела. Все, ребята. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих сериях. И всем пока!